ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Но. У тебя сегодня плохой день.
Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Черт! С нами боги! Бей! Не давайте ему проснуться! Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Thank you.
Покажи свои товары. Бывай. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Гади и плохо. Тебя как порося!
Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Если вдруг окажетесь у нас в имениннике, заглядывайте. Я вас за так подстригу и побрею. Шевелись, плохва. Не так быстро. Дядя! Что такое?
Шевелись, плотва. Пошла. Ну. Бывал, что в базарные дни сало на телегах горой. Вот они так быстро. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Оно ничему, кажи лудёвая, и лопухи пучками. А торговаться будешь до скончания жизни. Покупайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Будь здоров. Да хранят тебя боги. Амулетики? Без арчики? Может, черепаший камень? Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. Прощай.
тут спешите? Заворот кишок у меня от этих корешков будет. Сегодня получил горбушку хлеба. Поболтать хочешь? Поищи кого другого. Меня я ищу дошли. Местную колдунью. Вот и ищи себе. А я ничего не знаю. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будете. Нога собачья. Ой, да ладно. Хорошо, что в деревне снова есть ведьма. Да ведь это новая и не такая злая. За словом в карман не лезет, но если что нужно, так не откажет. Чарами не наешься, говорю я вам. Да и глаза у нее не косые, даже бородавок нет. Да и волос у нее не седой, а значится и в голове ничего нет. А ты почем знаешь, ежели к ней не ходишь? Так люди говорят. Я-то сама не любопытная, но если говорят, так слушаю. Надо бы его другой раз колдунье послать. Может, и от лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдуне. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелило. Он двинуться не мог. А от колдуни вернулся здоровенький. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники, хоть бы детишки поживали. У Марьяны-то мужик умеет о семье позаботиться. Наловил водяных крыс. На много дней еды хватило. Я что, знаю, кто ты такой? День добрый.
Ты, говорят, знаешь, где искать местную колдунью. Это кто сказал? Жена твоя. Глупое бабище. Оставьте меня в покое, а бабу мою не слушайте, потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуни, ни знахарей, ни вещих бабок не осталось. Точно? И подумай. Вы, значит, спрашивали, как колдуньи пройти? За деревней найдете прудик, а от него тропинка. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только зла ей не причиняйте, сударь. Мы тут про таких, как вы, слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуньи жгут. Значит, и у вас охотники за колдуньями побывали? Нет, но слухи про них ходят. И как я вас, сударь, увидел с этими мечами, так сразу и подумал. Значит, правду говорят. Я ведьмак, а не охотник за колдуньями. Что? А это не то же? Нет. Ничего я вашей колдуньи не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась, но умная, аж страх. И собой не дурна, ну, если кому худющая нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров. Не смотри на меня так. Большой камень у пруда. Но! Отдохни. Теперь направо и до телеги. Не торопись. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Не так быстро. Сдохни! Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав.
полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 крат спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше б завтра зайти. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надобно. Есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. Обычная свечка. И куда она делась? Она собрала неплохую библиотеку. Нечасто в Велине встретишь такие побрякушки. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла.
здесь мило. Любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Еще. Где? Ты поглазеть сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело? Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла не отлучает. Родовид и Эмгыр отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложу чародеек. А я входила в ложу. Как тебе роль деревенской колдуньи? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя.
Ты ведь давно уже здесь? Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. Ну, к делу. У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я ищу одну девушку. Какую? Я ищу Цири. Ту самую Цири. Нельзя, чтобы кто-нибудь об этом узнал, понимаешь? Цирилла здесь? Девушка, которую в свое время искали ложи чародеек, и практически каждый король на континенте оказалась в Велине? А я ничего об этом не знаю? Что она тут делает? Судя по всему, скрывается. Говорят, она поссорилась с какой-то ведьмой, но если ты ничего не знаешь, ты точно ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц? Три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цириллой. Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Давай же! Thank you.
Велоглан! Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Ну, полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Чертовы порталы. Интересно, где сейчас Кейра? Давай!